В редакцию нашего телеканала поступило обращение. Жители Видного жалуются на отсутствие пешеходного перехода от школьной улицы к усадьбе Тимохова-Саласкина. Исторический комплекс – популярное место для отдыха и прогулок у видновчан. Чтобы добраться до главного входа, пешеходы используют проезжую часть, что небезопасно для всех участников движения. Также стоит отметить, что на территории усадьбы расположена детская площадка, поэтому основные посетители парка – это родители с детьми и молодые мамы с колясками. И пешеходный переход здесь очень необходим.